Здравствуйте! Настя, что здесь? Куча мужиков. Борьбой, наверное, будет заниматься. Вольной борьбой. Она лучше, чем невольная, говорят. Да. Но при этом на борцов как нельзя. Штраф 5000 рублей. Здорово. Ногу забрал, он разворачивается спиной к сопернику, и он пытается выдвинуть ногу. Но мы даем работать ему. Я придерживаю, а ты бедром работаешь ногой. Вот так. Вот так. Вот так. Обычно я даю ребятам размяться самостоятельно. Здесь мы специально включили разминку, потому что там есть многие элементы, которые неплохо позаимствовать. Для разминки, включающей стабилизацию, развитие баланса и развитие силовых взрывных качеств. Много прыгательных, много плеометрических движений, бегательных, взрывных. Очень важно в этом упражнении делать такое суровое лицо. Обязательно, конечно. Вот, делаешь прям. Ненавидишь. Максимально уходил назад. Тогда прочувствуйте нагрузочку хорошую. Вот приподняли, смотрите. Во, максимально, видите, до упора. Приподняли. И вот таким образом работаем. Потом повороты вправо-влево, по 30 раз. Все сделали? Да. Итак, перешли в стоечку сейчас. В стоечку. В стоечку встали. Окей, ребят, встаем, собираемся. Сейчас мы будем собираемся, смотрим, Антон. Начнем с самых азов, вообще со стоечки, да, со стоечки начнем. Смотрите, обязательно, вот, в чем нельзя, как бы, как не нужно, нельзя стоять. Ни в коем случае вот так никогда не стоит. Ну, кто знает, кто знает, просто напоминаю. Некоторые вот стоят, ни в коем случае, нет опоры. Он тебя толкнет, упадешь. Вниз потянет, тоже упадешь. Поэтому, смотрите, ножки одна спереди, другая чуть сзади. И не слишком сильно. Слишком сильно тоже широко ноги поставите. Ну, как бы, динамика другая будет нога. Плохо будет. Чуть-чуть вот, видишь, вот, вот, чуть ножки поуже, понимаете, поставьте. И вот так, движение ногами получается хорошо. Вот двигаетесь, видите, вот, вокруг соперника. И не так тоже к нему ведет,
А вот отсюда мы приближаемся. Поэтому сейчас чуть-чуть поучимся, как правильно ноги переставлять. Вот, видите, движение, вот. Вот, видите, вот. Вот. И вот оп, отбросили. Вот, отбросили. То есть не на месте так отбрасываем. Вот еще вот это движение. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Вот. И ручкой встречаем. Раз, встретили. Прошли, ручкой обязательно выкидываем быстро. Вот. Выкидываем быстро. Понятно, да? И ногами передвигаем. Сейчас вот это движение поделаем. Одну, вторую. Даю хлопочек, две отбросили. Отбрасываем, смотрите уже как. Когда отбрасываем, прижимаемся бедрами плотно к ковру. Некоторые отбрасываются, смотри, вот. Оставляю, зазор оставляете. Вы даете повторную атаку соперника. Поэтому вот, прижались. Следовательно, просто ногами соперник здесь, вы бедрами прижали его. Поэтому вот движение. Итак, медленно. Быстро вот это движение. Бедрами. Сейчас начинаем, да, чуть подвигаемся, 40 секунд. Окей, поехали. Начинаем двигаться. Стоечка, правильно. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. В какой-то момент даю хлопочек и обе ноги включаем. Даже буду смотреть. О, двигаемся, вот. Отсюда, право, влево. Хоп! Взрываемся, взрыв, взрыв должен быть. Люди устанут, Илья. Правильно, правильно. Это спорт. Если относиться к этому как к спорту, нужно уставать. Ну, то есть технические семинары полезны. И такие, где нужно вработаться, тоже полезны. Они немножко о другом. Ну и о технике тоже. Кто кому наступит на носочек? Вот видите, наступаем на носочек. Оп, и постоянно заставляем ноги двигаться. Кто кому наступит на носочек? Мягенько. Тоже силу ног, ловкость сок развивает хорошо. Буквально 40 секунд обоюдная работа. И считаем счет между собой. Готовы? Поехали. 40 секунд. Давай, 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 давай. Фигура здоровья, которую даю вам, это полностью подводящая. Обоюдно. Не надо вот так. Таз работаешь, и забрал, оп, технично. Полностью ладошки. Тоже на чувствительный. Обоюдно работаем также 40 секунд. Такие короткие отрезочки. Внимание. Поехали. Борцовскую стоечку. И начинаем. Оп, время пошло. Дай го. Подышали 20 секунд.
Следующее задание сейчас. Сейчас ногу берем правую. Смотрите, кто кого выйдет за равновесие. Кто мне? Работаем за шею, берем, хватаемся вот отсюда. Если отпустили, позвонился, проиграл. Поэтому работаем отсюда. Отпустил, проиграл. 20 секунд. На одной ноге работаем, за 20 секунд задача посадить человека. 20 секунд на другой ноге. Также видите, на координат. Все упражнения вам дают то, что вам пригодится в борьбе. Поэтому это не лишь нагрузиться. Это с пользой проводим это упражнение. Чтобы вы понимали. Кто-то из вас мог подумать, для чего мы нагружаемся так сильно. Это с пользой проводим. Пользой нагружаемся. А? Шизер, можно срывать? Срывать? Шизер. Вот смотри, кузов берем, я видишь, руку убираю. Вот шею заберу. Вот кого, кто кого. Видишь, отсюда работаем. 20 секунд, одну ногу, 20 секунд, другую ногу. Внимание! Веста! Тоже кажется, что Вадим Такаев немножко учит английский язык еще, походу. Мне кажется, люди хотят чего-то от этого. Немножко английского, немножко спортивного. Отдыхаем, можно пробежаться. Это лучший совет тренера. А сейчас отдыхаем, можно пробежаться.